На телеканале «Юганск новости». Здравствуйте, в студии Кристина Кучерова. И вначале коротко о главном в этом выпуске. Новый дом. Творческие коллективы Нефтеюганска переедут в бывшее здание ПТУ. Подержаться за отличника. Выпускники продолжают сдавать экзамены, а остальные жители делятся секретами хороших оценок. Поколение ЗОЖ активных нефтеюганцев объединил спортивный онлайн-марафон. 251 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Югре. Такие данные озвучил окружной Роспотребнадзор за последние сутки. В числе городов, где продолжают выявлять COVID-19, есть Нефтеюганск. У нас подтвержден 21 диагноз коронавирусной инфекции, а среди городов по-прежнему лидируют Сургут и Ханты-Мансийск. Основная доля всех заболевших югорчан – это возраст от 30 до 49 лет. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, темпы прироста пациентов снижаются. Распространение инфекции в большинстве случаев сейчас происходит в действующих очагах. При этом уже несколько дней коэффициенты для первого этапа снятия ограничительных мер находятся в норме. Это показатели распространения инфекции, охвата тестированием населения – и наличие свободного коечного фонда. Однако расслабляться еще рано. В округе продолжает действовать обязательный режим самоизоляции. Напомним, он продлится до 27 июля. Хореографические, вокальные и музыкальные коллективы Нефтеюганска снова будут заниматься под одной крышей. Культурно-досуговому комплексу передали здание бывшего профессионального училища. Сейчас в одном из помещений ведутся ремонтные работы. Готовность 70%. Уже 2 года творческие коллективы Нефтеюганска гостят в разных учреждениях города. В городской библиотеке, Лире, Юности, Театре кукол и в Центре молодежных инициатив. Но совсем скоро все изменится. В новом помещении первым делом решили отремонтировать двухэтажное здание. Подрядчик начал работу в декабре прошлого года. Сначала убрали старые отделку, двери, часть радиаторов. Пересмотрели функциональность и теплоотдачу системы отопления, приняли решение, произвели расчет, демонтировали отопление, врезали новые биометаллические радиаторы. Сейчас идут отделочные работы, после начнут устанавливать двери, потолок, укладывать ламинат и линолеум. Покрытие в хореографических залах, которых здесь 3, будет специальное. Сегодня все помещения, которые ремонтируются в этом здании, они все отвечают нормам Санпина. Это просторное помещение, это квадратные метры. Вот. Освещение, конечно, тепловой режим, конечно. Но прежде всего это помещение, которое просторное. Подсобные помещения столовой переделали под душевые, раздевалки и кабинеты. На втором этаже будет студия звукозаписи, костюмерная. В новом здании также создадут все условия и для мобильных групп населения. К началу августа работы на первом объекте будут завершены. После, когда вновь определят подрядчика, начнут ремонт во втором 4-этажном здании бывшего ПТУ. У нас на сегодняшний день 47 коллективов, которые распределены. Там более, конечно, просторные уже и аудитории. Побольше, чем здесь, конечно. Там самое основное, что там не надо будет никакой переконструкции делать, там только провести текущий ремонт всей 4-этажного здания. Новые хозяева планируют здесь отвести место под современный молодежный зал с пуфиками, а двор немного переделать и проводить там дискотеки и развлекательные программы. Места теперь хватит всем. Мария Сираева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Уже завтра начнется 6-й день сдачи единого государственного экзамена. На этот раз выпускники Нефтеюганска будут пробовать свои силы в 2 профильных предметах – это обществознание и химия. Обществознание напишут 296 выпускников. Для сдачи этой дисциплины подготовили 15 аудиторий во 2-й школе и 12 в 5-й. Кстати, это 2-й по массовости экзамен. 1-й – это русский язык. Напомним, проведение этого предмета даже разделили на 2 дня из-за количества сдающих. Всего их 612. На химию же завтра придут только 80 детей. Экзамен малочисленный, поэтому в 10-й школе ребятам выделили 9 классов. Все будет проводиться в рамках санитарных норм. У ребят проверят температуру тела, а также наличие масок и перчаток. Подержаться за отличника, пятак под пятку и другие приметы для сдачи экзамена. Успех в учебе зависит не только от старания и качества знаний, но и от удачи, говорят некоторые нефтеюганцы. Так ли это на самом деле и что нужно делать, чтобы получить хорошую отметку? Мнение жителей в рубрике «Юганск говорит».
приметы. Да, через окно кричали. А что кричали? Халява, приди. Ну, подержаться за отличника и все. Ну, книжку под подушку положить, чтобы лучше запоминалось. Я не помню, чтобы мы чем-то таким занимались. Это было все так между делом, экзаменом, потому что мы и работали, я не знаю, еще чем-то занимались. Поэтому мы вот, все, пришли, сдали, до свидания. Честно, приметы, в основном не верю в приметы, поэтому как бы не пользуюсь ими, никогда не верил в них. Наверное, крикнуть вместе с зачеткой форточку, ловись пятерка, большая и маленькая. Можно с минусом, но лучше с плюсом. Талисман – хороший учебник, хорошие лекции, может быть, даже списаны у кого-то. Шпаргалки, это точно. Верить-то нет, надо все на практике проверять и учиться, не отвлекаться ни на что. Многие не сбривают бороду, да, или там не моются. Ну, не знаю, это не гигиенично, тем более сейчас пандемия, все моются в 10 раз больше, чем и раньше. И всем советую. В общем, все это предрассудки. Для успешной сдачи помогают, если хорошо учиться, запоминать все с первого раза. Беспроводные наушники, портативные колонки и фитнес-браслеты. В Нефтеюганске подвели итоги марафона «Молодое поколение ЗОЖ». Победителям вручили грамоты и полезные призы. Отметим, цель марафона – это приобщение к здоровому образу жизни, а также профилактика негативных проявлений в подростковой и молодежной среде. Приглашаем далее самого активного, позитивного, пожалуй, единственного молодого человека в нашем проекте – Андрея Волынского. Уже 9 лет парень занимается карате. Спорт для 16-летнего Андрея Волынского стоит на первом месте. Поэтому не поучаствовать в марафоне «Молодое поколение ЗОЖ» он просто не мог. Подготовки особенно не было. Нам давали задания, мы их выполняли. Задания очень классные были. Марафон сам тоже очень хороший. Думаю, что зимой, надеюсь на это, он повторится. Теория по питанию и по правильному выполнению заданий. Всего для участников было подготовлено 12 комплексов упражнений. Почти каждый день на протяжении месяца тренировки, а видеоотчет – наставнику. Первое мое видео было снято на улице, она против церкви на набережной. Первая работа была оценена хорошо, а на втором видеоотчете я выиграла карту AMG. Всего победителей 13. Итоги зависели от активности участников. Чем выше рейтинг, тем больше шансов на победу. Поэтому сразу видно, кто ленился, а кто трудился. Все учащиеся старались. Лучших мы выбрали. Сегодня пригласили на наше мероприятие, которые получат призы и грамоты за лучшие результаты. Призы разные, начиная от колонок, заканчивая наушниками, разными сертификатами. В марафоне «Молодое поколение ЗОЖ» принимали участие ребята от 13 до 17 лет. Всего организаторам поступило 128 заявок. Из них 86 человек – это самые активные и целеустремленные. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Завершает наш выпуск постоянная рубрика «Окно в город». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.